Мокасины с шикарной эксклюзивной подошвой. Номер лота 75-971. Надпись «Новинка» говорит о том, что эта пара обуви появилась у нас только сегодня. Если вы хотите приобрести самую новую, самую шикарную коллекцию по самой привлекательной цене, время наступило. Звоните нам прямо сейчас. Чем обусловлена такая привлекательная цена? Дело в том, что мы, это телеканал «Дисконт». Мы работаем напрямую с нашими поставщиками, минуя посредников, минуя неудобную логистику. Именно поэтому нам удалось взять эксклюзивную коллекцию в ограниченном количестве, но зато по льготным ценам для вас. Все для вас, для вашего праздничного настроения. Давай разберемся, какие у нас размеры с 36 по 41 и два цвета. Да, два цвета, они оба очень классные, такое ощущение. Взаимозаменяемые, кстати. Да, они взаимозаменяемые. В данном случае здесь черный с серым, такими переливами, перламутром. Мне очень нравится. Если ты обратишь внимание, то вот эта союзка или мокасиновая вставка, такое ощущение, как будто материал чуть-чуть жеванный, да? Да, очень классная, кстати, такая фактура, мне нравится. Она и по канту повторяется, я смотрю. Да, мягкий кант точно в такой же стилистике. Боковые части, это, безусловно, модная, ультрамодная даже выделка под кожу рептилии, причем в нашем случае это такой экзотический рептилий, фантазийный, я бы сказала. Задинка, вот этот фигурный элемент, он тоже выполнен из такой же сжатого материала. Классные фактуры, вот это еще раз доказывает, что здесь совершенно не нужны никакие украшения, да, никакие банды. Обувь же сама по себе. Сама форма и сами детали, ткань, да. И фактура, они как раз играют на то, чтобы сделать эту обувь просто торжественной, очень приятной, стильной и модной. Ну и, безусловно, контрастная белая подошва, вот с такими, я бы даже отметил, как бы акульими шипами. Оригинально, да, вот действительно очень интересно смотрится. Мне очень нравится, что это сделано на контрасте. Вот сейчас мы увидели еще один цвет у нас появился, это бежевый, поэтому у нас получается черный, серый и бежевый цвет. Размеры с 36 по 41. Редкие, хорошие размеры есть. Обычно они разлетаются молниеносно. Особенно 36 и 41. Поспешите, ведь сейчас действует цена часа 890 рублей. С вашей экономией 1100 рублей. Сейчас я хочу тебя спросить. Вот у нас, вот смотри, более в таком матовом цвете представлен бежевый с каким-то орнаментом интересным, да, вензелем даже, я бы так сказал. Но скажи, пожалуйста, что за материал? Если на бежевом цвете я угадываю все-таки это эко-кожа, то здесь лаковый вот такая вставка. Как ухаживать за такой обувью? Это тоже эко-материал. Это тоже эко-кожа. Я считаю, что для нашей погоды, для наших изменчивых каких-то природных моментов это очень выгодный материал, потому что он устойчив к влаге и дождю. Ведь мы с вами выйдем в этой обуви, когда светит солнышко. И не факт, что целый день мы с вами будем гулять под солнышком, а дождь нас может настигнуть, согласись. Проливной, возможно. И если вы попадаете под дождь в этой обуви или в луже, вам это совершенно ничего не страшно, потому что высокая подошва, значит, нам не страшны с тобой лужи. Но и сам эко-материал, который не боится влаги и грязи, он не набухает, он не теряет форму. Соответственно, и ухаживать за этим материалом очень просто. Достаточно всего лишь протереть тряпочкой. И посмотри, пожалуйста, тряпочку мы протрем, мы сейчас с тобой это, кстати, обязательно докажем. Обожаю делать эксперименты. И вот посмотри, оказывается, у нас появился еще один цвет. Он у нас идет как фиолетовый. Посмотри, вот он проскакивает. Да, очень космический, да, необычный. Он как аметист настоящий. Вот этот цвет, который я назвал бежевый, по каталогу идет как молочный. Но на самом деле это топленое молоко, несомненно, бросается это в глаза. Итак, молочный и фиолетовый цвет на нашем подиуме. У нас с тобой черный и серый цвет вот здесь у нас представлен. Ну вот сейчас я хочу сделать небольшой эксперимент. Дело в том, что Оксана сказала, что наш эко-лак, который здесь присутствует, абсолютно не боится непогоды. Согласитесь, раньше лаковые изделия мы могли позволить себе надевать, я как ведущий просто говорю, только на проведение каких-то мероприятий или торжеств каких-то, да, если мы идем куда-то на свадьбу или в театр. И вот сейчас, ну вот давайте я проведу эксперимент. Представляете, берем наше лаковое изделие и представим, что сейчас вдруг вы вышли в хорошую, приятную погоду, и вдруг вас застиг неприятный ураган с дождем. И посмотрите, вот что происходит. У нас идет водоотталкивающий эффект. Наше изделие уже заранее всем пропитано, ведь это эко-кожа в обработке лаковой вот такой. Поэтому вода сама скатилась. Что нам нужно для того, чтобы ухаживать за изделием? Правильно сказала Оксана в начале. Нам достаточно просто протереть вот даже вот такой салфеточкой. И мне кажется, даже после такой спа-процедуры обувь даже стала еще более привлекательной. Она действительно достойна. И материалы здесь достойны. И это хорошо, что это эко-кожа. Я считаю, что разная обувь должна быть в вашем гардеробе. И из натуральной кожи, и из эко-кожи. Тем более вот такого качества, как здесь. Да? Гидрофобный. Гидровода, фобос боязнь. То есть материал не боится влаги, как вы убедились. То есть влага внутрь, она не просачивается. И действительно, такая обувь хороша.
хороша именно в переменчивую погоду. А что у нас ждет впереди? Да у нас так как раз впереди это и ждет. Ведь Россия всегда славна тем, что утром вышел солнце, а вечером и проливной дождь может пойти какой-то, еще и грязь какая-нибудь добавится. На данный момент важная информация. Внимание! С восклицательным знаком написано на нашей плашке. На данный момент колл-центр перегружен. Ни в коем случае не волнуйтесь. И самое главное, ни в коем случае не вешайте трубкой. Оставайтесь на линии. Дело в том, что и как сам телефон многоканальный бесплатный, так и ожидание тоже абсолютно бесплатно. Наши операторы, наши милые девочки, в любом случае ответят на ваш звонок. Вы всегда можете им задавать те вопросы, которые возникают у вас. И наши операторы всегда с удовольствием вас обо всем посвятят. Итак, напомню, у нас 4 цвета. Фиолетовый вот сейчас мы смотрим на нашей Наталье. На Ане у нас сейчас молочный цвет, но с явным, конечно, отливом в топленое молоко. Также у нас есть классический черный цвет и есть у нас еще и вот такой вот интересный серый. Размеры с 36 по 41 продано уже 74 пары. 74 пары. Поспешите, потому что, согласитесь, найти отделку под рептилию. Угу. Тем более это мокасины. Контрастная, необыкновенная подошва. И ты знаешь, вот я вспомнил случай из жизни. Угу. Вот вообще мокасины, в принципе, вот рекомендуют, мне кажется, надевать тем людям, как раз которых ножки перетруждаются, которые хотят отдохнуть. Давай про это с тобой расскажем. Да-да-да. Вообще, даже если мы с тобой внимательно посмотрим на конструкцию мокасин, то вы поймете маленькую хитрость. Да. Дело в том, что любые туфли затягиваются на колодку сверху. Угу. Ну, то есть берется оснастка, колодка, да, кладется материал и затягивается, формуется изделие. Мокасины шьются наоборот. То есть берется ткань и как мешочек. Вокруг ножки. Понимаешь, как будто бы мешочек затягивается сверху и уже потом наверх накладывается мокасиновая вставка. То есть мы как перчаточку надели. Вот, угу. Именно, понимаешь, именно как мешочек. Почему я на это акцентирую внимание? Потому что вот то место, где соединяется мокасиновая вставка или союзка, вот с боковыми частями. Вот шов, вы видите, да, типичным швов для мокасинов. Вы видите такие получается. Вот как будто сборочки. Да, видишь? Да, да, да. Вот как будто мешочек собрали. Вот они пластичности придают, да? Да. Ага. Они придают пластичность, правильно. Они нивелируют вальгусную деформацию, всякие косточки, всякие выпуклости. То есть за счет вот этого элемента конструктивного действительно внутри создается достаточно пространства, и эта обувь действительно больше подходит для проблемных ног, для ног имеющих... Слушай, на самом деле, кажется, подходит для тех ног, которые хотят, в конце концов, отдохнуть даже при многочасовых прогулках. 115 пар уже продано. А это значит, что сейчас у нас уже появляется невероятное ограничение. Уточняйте у наших операторов, что в каком размере и цвете осталось. Я напомню, у нас 4 цвета. Синий, черный, серый и молочный. Он в виде таком как раз топленого молока. Везде присутствует контрастная подошва. О комфорте мы поговорили. Но давай с тобой вспомним, пожалуйста, еще вот такой нюанс. Вот если мы рассмотрим вот сейчас, давай посмотрим внутреннюю часть нашего изделия. Вот согласись, когда у нас под сводом стопы, да, вот да. присутствует вот такой супинатор. Ой, вот расскажи мне про это. Это очень прекрасно. Знаешь почему? Потому что именно вот эта деталь, как будто бы горочка, да, она будет поддерживать... Свод стопы, да? Да, свод стопы это прекрасно, потому что ваша природная арка свод стопы не будет ломаться, не будет проседать. А значит, нагрузка будет равномерно распределяться, да, будет распределяться на сочной части и в пяточной части. И вот это очень здорово, когда есть вот такие вот приятные технологии для вашей ножки. Технологии, которые заботятся о вашей походке, да и вообще о вашем здоровье в целом. Ну и, как ты заметил, здесь уже есть отверстие, перфорация, дыхание обеспечено. Да. Шикарно. Появилась важная информация. Обратите внимание, что у нас загорелись красным цветом 37, 40 и 41 размер. Это означает, что в этих трех размерах у нас уже появилось ограничение. Оксан, скажи, пожалуйста, тоже часто задаваемый вопрос. Все-таки мы видим здесь и вот отделку под рептилию и эко-лак. Вот молочный цвет более в таком кажуальном исполнении. С чем носить и куда носить? Это мне вот хочется твоей рекомендации. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что, пожалуй, мокасины не подходят только к какому-нибудь очень вечернему, возможно, шелковому платью или классическим брюкам со стрелками. Ага, все так, остальное, мокасины, да, они этим и хороши. Тем более мокасины из национальной или исторической обуви настолько грамотно вписались в обувь городскую, и такие модификации мы с вами видим, да, и подошва у нас уже сродни туфлям буквально, да, а не мокасинам. То есть мне очень нравится, что здесь вот такие есть элементы, которые все-таки нам подсказывают, что перед нами мокасины, по удобству это мокасины, но в тот же самый момент это, безусловно, возможно, лоферы или туфли какие-то городские. То есть они переросли тогда, тем более благодаря и выделке, вот такому, например, да, вот здесь гербу,
табу фактически, да, вот у нас геральдика фактически. Да, то есть я присутств... к чему веду, как раз к тому, что действительно эта обувь хороша в плане сочетаемости с различными элементами гардероба. Если мы с тобой рассматриваем эту обувь как обувь на прохладную летнюю погоду, на весну или на осень, то если вы будете, например, в тренче в этой обуви, то, безусловно, вы тоже не ошибетесь. Итак, тренч — мы сегодня тренч, да, переведем, да, что тренч — это плащ, то есть как раз мы подводим к тому, что такая обувь будет великолепно смотреться не только в летний какой-то сезон, но и, несомненно, на весну и осень, и вообще на переменчивой погоде будет смотреться великолепно. У нас уже продано более 135 пар. Это обозначает, что совсем скоро данный лот закончится. Ведь, обратите внимание, цена сегодня не тысяча, не две. И не... вот, ты знаешь, я вот такую, да, пару обуви видел, вот минимум 6500 рублей где-то начинается в среднем. Ну? Это, дай бог, если повезет. В принципе, так, ну, сами подумайте. 890 рублей. Вы только вдумайтесь. 890 рублей. И вы становитесь обладателем вот такой потрясающей роскоши, которая придает вам не только самоуверенность. Вы знаете, это даже какой-то социальный статус повышается, потому что рептилия, такая выделка, эколак, превосходная, интересная, контрастная подошва, которая даже придает мне какой-то такой хищный образ. Да, вот сравнил с акулиными зубами. Да. А почему я? Добавим немножечко такой наш выверенной агрессии. Снова появилась информация, что на данный момент колл-центр невероятно перегружен. Милые дамы, милые покупатели, ни в коем случае не пугайтесь этого момента, потому что ожидание бесплатно, легко. Оператор в любом случае ответит на звонок, несомненно. Поэтому придаем сегодня себе праздничное настроение. Кстати, у нас доставка произойдет весьма быстро, а самое главное, оплата только после получения. Еще не делали свой первый заказ? Сделать легко и просто. Видим номер телефона, он бесплатный, многоканальный. Говорим оператору номер лота, выбираем свой цвет и размер. Давай проговорим еще про удобство именно в качестве подошвы. Безусловно, смотри, 2,5 сантиметра у нас составляет подошва в пяточной части. Переводим линейку в носочную часть, и что мы с тобой видим? Мы видим, что 1,5 сантиметра в носочной части. Это просто прекрасная высота подошвы для того, чтобы приподнять вас и сделать гораздо выше. Но при всем при этом позвоночник ваш будет отдыхать, он не будет напрягаться. Разгрузка идет. Безусловно. То есть это, ну, как я уже сказала, это классная подошва для тех дам, которые всегда хотят казаться выше. И для тех, кто заботится о своих ножках, потому что свои ножки готов держать в комфортной обуви. Шикарно, потрясающе. Ну вот посмотри, у нас уже только 38-39 размер в таком неограниченном еще пока количестве, а вот зато 36-й, 37-й, 40-й и 41-й размер фактически начинают заканчиваться, так как продано уже почти 160 пар. Я не удивлен. 890 рублей. Это даже ценой сложно назвать. При этом ваша экономия, ваша выгода 1100 рублей.